Но сегодня хотелось бы все-таки больше с вами общаться, больше услышать ваших каких-то, может быть, идей, каких-то наработок, может быть, какие-то вопросы у вас есть. Но мы постараемся с коллегами на ваши вопросы ответить. Ну и все идеи, которые сегодня будут высказаны, какие вопросы будут заданы, они все будут зафиксированы. Это я вас не пугаю, это я вам просто говорю о том, что мы ни одно вот рациональное зерно не упустим и будем вот по вашим вопросам, по вашим идеям будем, ну, так системно работать. Игорь Юрьевич правильно сказал, значит, побольше идей, креативных, хороших, добрых, мы вот готовы на это все положительно реагировать. Та грантовая поддержка, которая сегодня на форуме «Утро» есть и в рамках региональных средств, и в рамках федерального конкурса проектов, она позволила вам сделать большой шаг вперед, сформировать ваше молодежное профессиональное сообщество, чтобы здесь, на форуме, вы построили свою социальную сеть в реальной жизни. –